Да, уже нет такого ощущения. Тут уже, видите, какая-то каша-малаша. Да, ничего, зимой наполнят, смотрите. Вот так вот, видите. Наполнят, не переживайте. Приедем проверить. Мы же приезжали сюда вначале, было ж полно. Это он так высох буквально за лет, ну, за пару месяцев. Тут такого не было. Я не знаю, что стало. Сейчас люди вообще все... Наоборот, больше стало таких. Вот я их вижу. Вот они буквально вот за этими жердочками. Вон их полно. Но вам не видно. Вот они буквально за этими жердочками вон ходят. Где? Ну, я вижу, но вы, наверное, вам не видно. Вот силуэт. О, привет, Крас, добрый денечек. Не, их там вот, вот я вижу, вот их много, вот их видно. А там, может, сдалека с ним увидел, когда буду ехать, сколько их так далеке, чтобы не догадаться. Хай-хай-хай, водичка в лимоне горячая. Горячая. Не знаю, сколько нас. Тут, наверное, приборы сломаются от соли. Горячо очень, ну горячо. Ну 30 есть. Наверное, 30. 27, 28, 6 такая вот. Теплая очень. Очень теплая. Можно что-нибудь. Я хочу намазаться. Вот надо вот именно когда вот такая в жару, надо вот намазаться горячим, прогреваться. Мы в Куяльнике. Мы сейчас стоим в Куяльнике, видите? Мы ходим по Куяльницкому лиману в Одессе. Угу. Ну тут, видите, можно и шлепнуться. Может сразу раз и засосать, может. Я боюсь эти. Тут уже сколько. Я уже вижу, что вот тут такая вот, такое болото. Будет неприкольно, если я с телефоном шлепнусь. Это обидно. Поэтому мы не будем рисковать. Добрый день, как водичка. Перед этим видео не помню. Я читаю, что ты пишешь. Ты же всегда здороваешься. Это не засос. Это засос. Блин, мы там позавчера в эфире были, меня аж я сразу вот так встала и сразу по колено упала. Не-не-не. Такое себе, не хочу. Не хочу я рисковать. Идите тоже ножки помочить. Это Куяльницкий лиман, Одесса. Мы в Одессе. Так как у нас сутки был дождь, только распогодилось, люди потихоньку начали на пляж ехать, а мы приехали на лиман. Я не знаю английский. Кто-то. Ну, если у тебя ник называется кто-то, я думаю, что ты можешь написать и на другом языке, да? И на другом. Рост 168 сантиметров. Ну, мы там я не буду сейчас показывать. Ну, кто, пересмотрите трансляцию, если хотите. Шлепнулись, не хочу. Для показывать заново было стрёмненько. Вулкан скоро проснется. Где? А где проснется вулкан? Дитё зашло какое-то. Я так понимаю, что это дитё зашло.